Соня, объясни мне, пожалуйста, что такое весна? Ну, весною отцветают цветы, трава появляется. Когда хочешь гулять. Тот день города, когда лес просто начинает опять расти. Ну, листики всякие после зимы, травка, лягушки начинают прыгивать. Когда появляется солнышко и появляются цветы. Соня, а что такое солнце? Ну, солнце, оно светит по утрам, и чтобы не светило, надо надеть кепку. Это когда светит на улицу. Это метеорит, который кружится вокруг Земли. И солнце может ненадолго отлетать, и из-за этого легко происходит темно во всей планете. А когда возвращается солнце обратно, она начинается опять кружиться, как мышь. Солнце – это то, что нас всегда греет. Соня, а как ты можешь объяснить, что такое мама? Мама, она готовит по утрам, чтобы не был голодным, не голодным. Мама любит, когда ты делаешь ей подарок. Любит детей. А еще она? Готовит кушать детям. Это тот, кто может за собой ухаживать. Если нет еды, то это трагедия. Тот, кто взрослее тебя, он может просто сходить и купить еду. Несмотря на то, что если вот... ты без мамы, то ты тот, кто у кого нет дома. Мама – это тот, кто всегда тебе будет рад, и тот, кто... всегда будет тебя любить. Поздравляю с 8 марта. Поздравляю с 8 марта. Поздравляю с 8 марта. Поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам всего хорошего и много чего приятного.